рыцарей челюсти в категории до 98 килограммов появился Михаил Кельманов, Гасан Кахачаев. На третьем времени победил Никита Петухов, Москва, завоевал бронзовую медаль весовой категории до 58 килограммов. Не надо разворачиваться!
На втором ковре победил Анатолий Добров, Центральный федеральный округ. Вызывается Джамбулан Меджидов, Центральный федеральный округ. А выступил я, Олег Каналов, Приволжский федеральный округ.